В Брюсселе теперь можно будет бесплатно ездить в общественном транспорте, но только в те дни, когда уровень загрязненности воздуха будет слишком высоким. Особые правила утвердили местные власти. Отслеживать качество воздуха жители смогут с помощью телефонного приложения либо на специальном сайте, где информация отображается в режиме онлайн. Кроме метро, автобусов и трамваев, бесплатными будут также велосипеды.